готово. У нас здесь Пикачу на связи, панда, вторая панда. Всех перечислю. Это конь. Маленький. Маленький таджикистанец. Эй. Ну и там, где мы его придумали, давай полетать. Даже если весь мир выдуман, давай полетаем. Даже если весь мир выдуман. Танцуй. Танцуй, давай! Пашка на прошлой репетиции до дыма, короче, монитора. Тяжело ли тебя, красная девица? Нет, я маленький таджикский грузчик. Вот. Это Макс просто ездит на джипе, а мы-то на каршеринге. Леха, он у него розовые струны, можем даже за него не говорить. А это костыль. Вот. Вот. Ну все, прям всех рассказал. Просто будем варить мясо. Он так губошлепил, что, короче, немножко губеху вроде есть что-то. Подстучал, короче, вот. Я розовый заяц. Вот этот вот конь распечатал. Под небом. ДР банка джема. 21-10-23. Ю-го-го! Вот эта вот шляпа сломала руку. Выходим. Давай встретимся фразами честными, задержками на двоих. Губительная слабость на двоих. Губительная радость. Мурашки, босые ноги по холодному паркету. Короче, в ощущении осталось две репетиции. Уже не сломана рука, собственно, ну, как и было спланировано. Ничего не меняется. Это вот. Шоу. Это часть шоу. Это вторая репа. Шоу. Будет три. Да. И вот парни сейчас жарят. Кстати, сейчас они делают пожар, между прочим. Вторая репа закончилась, сейчас я, ну, всех перечислю. Это конь, вот, вот, это, Михан, просто сам расскажи про себя. Маленький таджикистанец, а.к.а. Толстый. Да, толстый. Маленький чтец в нерэп. Вот. Потом у нас здесь есть. Помните, Пашка был на вокале. Вот теперь смотрите. Пашка на прошлой репетиции до дыма, короче, монитора. На этой полетели палки. А еще что-то, да, там что-то педали наебнулись. Нет, педали ничего. Да, все нормально. Вот. Леха, он у него розовые струны, можем даже за него не говорить. Инвалидка, ты где? Так. Вот. Она ходит и жрет. А это костыль. Вот.
Вот. Ну все, я всех рассказал. Вот. Ну что, вот так вот заниматься музлом. В 2 часа ночи. Ну, репы заканчиваются с 21 до 00. Пока обратно доберешься, пока что, в половине второго. Вот, поэтому более-менее профессионально заниматься музлом, это, короче, не в тапки срать. Иди, иди ко мне шаганевым стрелы. Короче, ребзи, вот у нас это третья финальная репетиция перед выступлением в банке джема. Это третья локация, третья студия. Вот. И вот Макс. Здорово. Пашка на барабанах. Лёха крутит. Лёха крутит. Маленькая рок-звезда бегает он там. С пакетом с каким-то. Может стоять наш трапист. Так, давайте, ребята. Ой, тут, короче, вот этот вот конь распечатал. Под небом. ДР банка джема. 21-10-23. Ого-го! Омуты, пожар, касание тел, 18+, лети и февраль. И вот эта жаришка вас будет ждать. 21 числа, я не знаю, кто так сказал. Вот. Нормально, вот так, в порядке. Короче, что произошло за 3 повтора песни, да, за эти 9 минут? Макс так плясал, что, короче, ну, он так губошлепил, что, короче, немножко губеху подстучал, короче, вот. Паша начал все палки, короче, там руками, наверное, уже барабанит. Так, это Миша. И вон там инвалидка. Вот, у Лёхи, как всегда, розовые струны. Паша на барабанах. Да, блин, потом Паша на барабанах, нахуй. Да, я прощаю тебя. Вот так вот. Это из-за того, что вот это вот, вот это вот, шляпа сломала руку. Я знаю, растает лёд. Я знаю, растает лёд.
Репа, после каждой репы приезжаем в час, наверное, домой, в час, может быть, в полвторого, даже иногда в два, но это финальная репа, и вот так вот я, короче, ворвался с ребятками, за что им огромное спасибо, но прям, конечно, вообще просто. Ой, просто будем варить мясо и много еще чего будем варить, вот, поэтому... Поэтому мы вот такие немножко устало заебанные, но это классно. Короче, ребятки, 0-0 почти, вот мы здесь с третьей репы идем. Мишка тащит коробки. Тяжело ли тебя, красная девица? Нет, я маленький таджикский грузчик. Вот. И, собственно, мы идем относить вот это все Максу. И потом будем искать, я хотел сказать каршеринг, но вот он стоит, сейчас будем смотреть. Это Макс просто ездит на джипе, а мы-то на каршеринг хуячим. Иди, иди ко мне шагами быстрыми. Короче, ребятки, вот все, вышли на улицу, здесь потише, в 23.30, Пашка будет... Не играть на бровах. Не петь. Играть на бровах не будет петь. Вот. А вот сломанная рука. Да, вот. Я его упал, а он тоже не будет я играть. Я упал на чердак нижнего. Вот. У меня даже такая же рубашка. Вот. Короче, видите, здесь однорубашечники собрались. Леха, он уже нервно, да? Там, ну-ка, давайте посмотрим Леху. Леха накуривает. Вот, все. Макс там, короче, что-то посасывает мелков Америку, да, по-моему? Да, Амнезию, да? Америка, да. Америка. Макс посасывает Америку. Вот, мы ждем 23.30, и Мишка пока не приехал. Там сидят солевые ребята. А, все. Так, ну-ка, сюда. Так, употребление всего плохого плохо, все. Поэтому 23.30. Так, все, немножко осталось. Где розовый заяц? Вот розовый заяц. Сидим? Все, ребяточки, понеслась. 20 минут, время готовности. Мы готовы. У нас здесь Пикачу на связи, панда, вторая панда. Арс, а где Пашка? Так, вон там Пашка. Мы сейчас, короче, пойдем делать дело. Сейчас выходим. Ту-ту-ту-ту-ту. Вот, короче, здесь... Сейчас мы идем к Кигуруми. Мы идем к Кигуруми. Сейчас все будет. История, но в конце все самое вкусное. Мы уже сработали, вы смотрели, у нас уже какая связь спустя 5 почти часов дня рождения Банки Джема. Так вот, эти ребята вообще очень... Принцип за принципом гибнет в пожаре тот. Или не жаль его, или не жаль его. Ты сегодня взрослее стала, и почему ты прогуляла? Собралась из своих подружек. Ну, а как же я? День рождения, у меня там нет.
Чайковского фронтмена, он сегодня фигачит за барабанный колон за вас! Что, конкретно терминатор просто вышел, блин. Так. Просто растёк... Тут можно точно раздолбаться вообще. Настраивайтесь. Будет вообще мощь. Молчишь,
Thank you.